когда ты оказываешься на соседней койке, да, с человеком, который ну, верующий, да, тем более, если это монашествующий. И эти люди, да, которые были от этого далеки, им казались совершенно там инопланетяне. Да. У нас много таких случаев, когда люди как раз вот в такой ситуации начинают приобретать духовников или приезжают в монастырь потом. Главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров видел такие случаи не раз. Чудо перерождения больного, верующего человека происходит здесь, в палатах паллиативного отделения, которое в народе принято называть больницей для умирающих. Парадоксально, но для него это самое жизнерадостное место в клинике. Причащается, к вам батюшка приходит? Что? Священник приходит к вам? Ну, было. Было, да? Но я не балую. Не балуете больше, да? В этой палате пациенткам за 80, почти у всех возрастной диагноз – деменция. Многие из бабушек только здесь делают первые шаги к духовной жизни. Есть священники, которые служат в литургии, которые причащают пациентов, которые служат молебны в отделениях. Есть миссионерская служба, есть больничное радио. И, конечно, те люди, которые оказываются в больнице, если они не воцерковлены, если они не крещенные, вот, то ну, здесь они знакомятся с церковью, знакомятся, я думаю, я уверен, что и встречают Бога. Он убедился в этом на личном опыте, когда самые близкие его родные одновременно заболели раком. Супруга, ее мама, родная тетя. Это случилось около 6 лет назад. И вот эта тетя, она живет в другом городе, в Смоленске, она одинокий человек. В общем-то, казалось так вот, у нее нет ни детей, уже родители у нее скончались. И вот здесь у меня моя жена, которая мать 5 детей, еще маленькие. И ее мама, наша вот бабушка моих детей. И вот все оказались вместе, и все болеют раком. Вот. И всех мы лечим, и все молятся за мою жену, безусловно, и за ее маму. Самой сложной ситуацией оказалась у тети Алексея. У пожилой женщины выявили очень коварную опухоль. У нее был самый неблагоприятный прогноз среди болящих. Возраст плюс крайне неудачная локализация опухоли говорили об одном – положение безнадежно, операция бессмысленна. У нее тяжелейшее заболевание, очень тяжелая локализация, это связано с гортанью. Вот. Оперировать ее, если оперировать, нужен тяжелейший уход. Мы отказываемся от операции, потому что понимаем, что она не сможет сама за собой ухаживать, и она это не понесет. И мне уже тяжело, как бы вот, откровенно с ней разговариваю. И мы останавливаемся на таком варианте химиолучевой терапии, и при этом врачи говорят, что это не поможет. Но пути Господни неисповедимы. Случилось то, чего никто не ждал. Супруга и теща с раком не справились, обе ушли из жизни. А родная тетя, вопреки всем прогнозам, исцелилась от недуга. Какое-то время ее лечение проходило здесь, в паллиативном отделении. Именно здесь она и уверовала. А вот каким-то чудесным образом тетя, которая тогда не была церковным человеком, но была в своей жизни, она не была никогда замужем, так вот в чистоте все время хаживала со своими родителями. Вот, и, ну, в общем-то, хороший человек по своим таким моральным качествам, но на тот момент не выцерковленный. И она вот выживает, она полностью выздоравливает. И она, ну, так получилось, что она, ей пришлось и в этой больнице полежать. Она и причастилась, и стала причащаться, и, скажем так, пришла в церковь. Это тяжелейшее испытание, выпавшее на долю мужа, отца и сына в одном лице. Со временем боль утраты не уменьшила, но помогла понять главное. Божий замысел непостижим, как и сам Господь. Но именно в такие трудные минуты Он к нам особенно близок. Я совершенно точно понимаю, что Господь меня любит. И я думаю, что он не нашел меня, наверное, никогда не терял, вот, и любил изначально, как и всех нас. И я всегда, в общем-то, ощущаю вот эту
ну, в той или иной степени, конечно, но близость Бога. И у меня были тяжелые моменты в жизни, связанные с там, болезнью жены, с ее потерей. И как раз в эти моменты я чувствовал максимальную близость Божия. Этот тяжелый период потери близких промыслительно совпал в его жизни с открытием больницы святителя Алексия паллиативного отделения. Полное погружение в работу его в буквальном смысле спасло. Ну, я думаю, что я еще до сих пор переживаю. Вот, пережить это, наверное, совсем сложно, так сказать. Но у меня это совпало с моей вот, такой административной работой в больнице. Вот, и это, конечно, меня сильно поддержало. Вот, потому что я полностью окунулся в работу. И вот до сих пор не вынырнул еще. В ней так пока и нахожусь. И да, да, спасло, да. Ну, да, конечно. Так и не представляю, как было бы по-другому. Затяна улыбка. Будьте батюшка, ну как отец. Так, еще раз. Ага. И словами. Да, и словами можно. Еще разок. Батюшка приходит, исповедует, причащает этот, рассказывает, беседует. Это самое главное, я считаю, вот в паллиативе. Приободривает, настраивает, знаете, как бы... Да. Алексей попал в больницу, у него была полная парализация. Через месяц Алексей уже сел на кроватке. Через 2-3 месяца он уже в коляске двигался уже. И вот прошло полгода, он стал на стабилизатор. Это было вообще такое чудо, что Леша встал на ноги, как бы ощутил, что он на ногах, сила есть. Как бы, ну, это я же говорю... Большое чудо, потому что... Это единственная церковная больница в стране с первым в России паллиативным отделением. И хотя при создании более 100 лет назад планировалось, что это будет лечебница для тяжело болящих христиан, со временем перечень больных расширился. Здесь лечатся люди разных конфессий, в том числе и атеисты. Смерть уравнивает всех, вне зависимости от политических воззрений и социального статуса. Но в советские годы об этом забыли. Паллиативное отделение закрыли. В советское время все должны были быть счастливы, никто не должен умирать, и все должны быть здоровыми и шагать по Красной площади. Вот, поэтому в Советском Союзе не могло быть инвалидов и умирающих. Они были и есть. Паллиативную помощь вновь возобновили в 2016-м. Сейчас в больнице целое отделение на 80 человек. Есть филиал в Шуе на 20. Большая часть – онкологические больные на последней терминальной стадии, но не только. Много пациентов. Вторая часть – это пациенты с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, каких-то неврологических заболеваний. Есть вот такое заболевание, которое нам... тоже хорошо знакомы, потому что у нас выездная служба, которая занимается в том числе пациентами с боковым амиотрофическим склерозом. Это страшное заболевание, которое поражает людей достаточно в среднем возрасте, ну, ближе к пожилому, но оно быстро протекает и очень тяжелое. То есть при сохранении сознания люди теряют возможность дышать, в общем-то, есть, и помощь таким пациентам очень важна. Для главного врача Алексея Зарова важно, что в последние дни своей жизни у них есть возможность подготовиться к встрече с Богом. Конечно, в этом отделении очень много людей, которые на своем последнем рубеже уже жизненно находятся. Вот. И как раз очень важно, что на этом последнем рубеже у них есть возможность встретиться, оказаться в церковной больнице. И, потому что кроме лекарств, кроме ухода профессионального, тут духовное попечение, которое есть в больнице, и особенно в паллиативных отделениях, конечно, ну, это фактически может быть последний шанс прийти к Богу, иногда креститься, иногда, будучи крещенным, уже покаяться, причаститься, как-то вот смириться и умиротвориться, и вот, ну, в таком состоянии уже перейти в жизнь вечную. Несмотря на трагическую данность, с которой ежедневно сталкиваются врачи и медсестры, здесь нет уныния. Напротив, жизнерадостность.
Возможно, потому что все сотрудники верующие, для которых смерть – не конец жизни. Их радость ощущают и пациенты. Среди них есть и те, кто чудесным образом выздоравливает. Камеронец Леонардо – один из них. Самое интересное, по профессии еще даже и врач, но в России оказался, работал не врачом, работал где-то вот на каких-то стройках. И около 10 лет жил в России, уже так освоился. И с женой познакомился здесь тоже, она из Африки, из Нигерии. Детишек они здесь родили. И потом он заболел. Заболел и оказался совсем этим кризисом, как-то совсем не удел. Вот. И они пристроились при одном из социальных приютов. И у него развивалась болезнь, и тяжелый он. В итоге у него возник и парез нижней конечностей. И, значит, его обследовали, посчитали, что это уже злокачественный процесс, онкологический, с метастазами, в том числе и в кости. Вот. И вот, в общем-то, для, скажем так, помирать нам его из этого социального приюта и направили. Но у камеронца были на жизнь другие планы. Оказавшись в больнице святителя Алексия и узнав, что она церковная, Леонардо решил креститься. Во-первых, он оказался таким очаровательным, обаятельным человеком, который со всеми здесь достаточно быстро подружился. Вот. А потом он понял, что оказался в церковной больнице. Он был верующий человек. То есть и как раз ну, с рождения верующий и католик. И, в общем-то, до этого он так мало встречал, наверное, в России вот, верующих людей. И оказалось, что, оказавшись в больнице православной, она оказалась близкой очень ему. По духу. И он принял православие. Вот. Принял православие, и он теперь не Леонардо, а Леонид. Мои друзья называют меня местный отец. Да, я чувствую себя уже как русский человек. Крестили Леонардо в храме при больнице. Вслед за папой крещение приняли и его дети. Вскоре после таинства произошло чудо. Леонардо провели обследование, по итогам которого оказалось, у камерунца вовсе не рак, а туберкулез костей, который поддается полному излечению. Самое интересное, после того, как он принял православие, ну, у нас немножко не сходился его диагноз, да, мы понимали, что какие-то здесь есть несоответствия с тем диагнозом, который направили. И в итоге оказалось, что нет злокачественного заболевания у него. Есть у него туберкулез, да, вот, костей и прочее. И он, которые можно, в общем-то, лечить. Можно вылечить, которые он сейчас уже в специализированном учреждении проходит лечение. Вот, и ну, совершенно другой диагноз, который дает ему надежду и на жизнь, и на дальнейшую активность. Вот такое чудо. Иногда вот, на самом деле, очень часто нас спрашивают про чудеса, вот, и, а чудеса-то они где-то рядом, иногда их просто не замечаем. Первый религиозный опыт у Алексея Зарова связан с протестантскими сектами. Именно благодаря протестантам в доме появилась Библия. Знаете, у меня был опыт, ведь это вот начало 90-х годов, мы все помним, когда конец 80-х даже, когда тогда еще Советский Союз, вот, молодая Россия, что очень много было всяких сект и протестантов, и они прям заполонили тогда и телевидение, и стадионы, и даже Кремль, дворец съездок, так называемый тогда. И, в общем-то, и к нам тогда постучались там, в дверь одна из протестантских сект, и я узнал о Евангелии, да, описание узнал от них. Вот, они какое-то время ходили, пытались как-то нас там приобщить, занимались Евангелием. Ну, здесь, наверное, какой-то был отрицательный момент для меня, потому что у меня, соответственно, было какое-то отношение, все-таки изначально имя заложенное, да. Вот, ну, с другой стороны, вот в доме появилась Библия. В
Аттестатские лекции не прошли даром, не посеяли в душе подростка вопросы и сомнения. Развеять их помог однокурсник Николай Воробьев, сын известного священника Владимира Воробьева. Я получил ответы на те вопросы, которые у меня были. Вот, и во многом, наверное, получив эти ответы от отца Владимира, да, от молодежи, с которой я общался, наверное, вот этот момент тоже так достаточно четко помню. Наверное, он был таким вот моментом, когда я почувствовал себя православным. Ну, ведь можно получить ответы, они не принимаются сердцем. А здесь, видимо, такая какая-то была Божья милость, это легло на сердце, и у меня как будто все как-то вот эти сомнения улеглись, да, такие, которые у меня были основные. В храм осознанно Алексей Заров пришел уже в юношеские годы, когда заболел папа. Ну, вы знаете, вот, что касается болезни папы, это как раз мой такой опыт первой такой вот молитвы, уже именно осознанно, с пониманием, это уже лет 18, наверное, когда отец оказался с тяжелейшим инфарктом в реанимации. А я тогда уже был студентом медицинского института, и вот я тогда, такое, видимо, было еще тогда чистое сердце, так молился, к сожалению, так после этого не молился, хотя было о чем молиться, но вот как тогда обращался к Богу, ну вот в моем таком системе координат так больше, конечно, такой молитвы никогда не было. Но папа выздоровел, да, и потом достаточно долго прожил. Алексей помнит, как трудно в первый раз ему удалось крестное знамение. Я пришел в храм Царевича Дмитрия в первой городской больнице, как раз пришел вечером на службу, и до этого я не крестился. Вот какой-то, наверное, в детстве крестился, может быть, как-то. А в длительное время вот крестное знамение на себя не накладывал. Я помню это ощущение, как рука, налитая чем-то тяжелым, вот, ты ее поднимаешь, крестишься, и тут первое такое вот, было очень таким прямо физически сложным. Перекреститься было тяжело, а потом нормально. Скованность была вполне объяснимой. Алексей Заров вырос в советской семье. И хотя крестили его в детстве, в храм кроме бабушки никто не ходил. Это от нее семье досталась первая икона. Только повзрослев, он понял, что изображен на ней Николай Чудотворец. Алексей помнит сейчас первые свои молитвы святителю. Я не очень понимал, что Николай Водник – это святой, что это, может быть, не сам Бог. Вот. Но помню, как-то я переживал, мама поздно возвращалась с работы. И вот эту свою такую яркую детскую молитву я помню вот к иконе обращенную. Я переживал, что ее поздно нет. Она тоже врач, но она тогда преподавала в медицинском училище. И было тяжело достаточно всех нас там. У нас двое, у меня сестра еще есть. Но все равно нужно было как-то обеспечивать там репетиторов. Папа болел у меня к тому моменту. И вот она задержалась на работе, а я переживал, хотел, чтобы она побыстрее пришла. Ну, какой-то был такой страх, где она. Это какой-то период был такой, да. И вот я помню вот это обращение. Святой вас услышал? Да, да, мама вернулась, домой пришла. Он теперь сам, как когда-то мама, допоздна задерживается на работе, заставляя порой детей переживать. Впрочем, у их отца вряд ли был другой выбор. Алексей Заров – врач в третьем поколении. Вопросов, кем стать, не стояло. У меня еще бабушки врачи, мама и такая врачебная семья. И я очень много общался как раз со своей бабушкой, вот Евдокией, которая сформировала меня. Я с ней, ну, в таком подростковом возрасте, юношеском, жил с ней. Она была горячо влюблена в свою профессию и была замечательным человеком. И пользовалась уважением среди коллег, среди людей. И мы постоянно с ней говорили о медицине, и по латыни, и как-то вот все время в такой атмосфере. Разве лишь однажды задумался о юриспруденции? Но сомнения отпали через несколько дней. Уже в 11 лет он учился в медицинском классе и практически вырос на Пироговке. После школы сразу поступил в первый мединститут.
из школы сразу перешли мы все, практически у нас там было порядка 100 человек, все перешли в один институт. И, в общем, даже такого перехода между школой и институтом не было. И, в общем, до сих пор мы так общаемся, такой большой семьей, что, конечно, очень хорошо. Поэтому я был, так сказать, лишен такого вот этого мучительного выбора. На выходе из института, перед ординатурой, он чуть не променял любимую травматологию на более перспективную профессию. Вы знаете, это по малодушию так было. Я закончил институт на отлично, без четверок. И, соответственно, у меня была возможность выбирать самую престижную ординатуру. А тогда очень популярная профессия была урология. Она считалась хорошей, хлебной. Вот. Туда было сложно поступить. Ну, соответственно, имея там хороший диплом, хотелось максимально его конвертировать в хорошую специальность. Реализовать. Вот. Поэтому такое впало соблазн. Но потом все-таки выбрал профессию травматолога-ортопеда. И, вот, повторюсь, прям очень рад. Очень хорошая специальность. Почему я говорю, что я не философ, я травматолог, ортопед. У нас, знаете, наши инструменты – это дрель, отвертка. И совершенно не жалею, замечательная специальность, очень ее люблю. Практиковать сейчас из-за руководящей должности получается редко. Дрели и отвертка уступили место бумагам и административным вопросам. Один из ближайших открытий больницы в Переславле-Залесском, где несколько лет оперировал святитель Лука Воино-Ясенецкий. Для Алексея Зарова это самое настоящее волшебство с участием их небесного покровителя. Нам передали больницу в Переславле-Залесске, там, где святитель Лука на протяжении 7 лет служил главным врачом и трудился, и оперировал. И это был период такой его творческий, именно профессиональный, период его такой счастливой семейной жизни еще до революции. И вот непосредственно корпуса, в которых он оперировал, в которых он работал, теперь, ну, вот, если будет такое благословение, постараемся там тоже возобновить эту деятельность. И это, в общем-то, произошло без особых наших усилий. Знаете, как бывает, иногда что-то пытаешься сделать, а не получается. А здесь оно во многом получилось без наших усилий. Работа затянется надолго. Больница святителя Алексия – не государственное учреждение. Нужно искать благотворителей. Да и ковид определенно внесет свои коррективы. Нагрузка сейчас намного выросла. Церковная больница в период эпидемии проводит КТ-обследование жителей Москвы и области, а также больных из других областей России. В случае необходимости госпитализируют в московские больницы. Если не вспоминать в глазах, когда встают там пациенты, вот, которым тяжело дышать, которых ты госпитализируешь, да, или, я прошу прощения, через наше патологоанатомическое отделение прошло много в этом году священников и архиереев, которых мы здесь облачали уже. Вот, если все это не вспоминать, то, конечно, да, есть положительные плюсы, да, плюсы есть от этого ковида. Для души, наверное, это, ну, так, может, жестко скажу, но, наверное, полезно. Вот, и вот это, я думаю, что основное, что люди сейчас получили в результате этой коронавирусной инфекции. И, конечно, мы понимаем, что ценность общения с друг с другом, вот, то, что у тебя есть близкие, вот, то, что нужно дорожить моментом, что они есть, что есть возможность быть рядом. Я счастливый человек, вот, потому что я имею замечательную семью. У меня хорошие дети, у меня была совершенно замечательная жена, которая все равно как-то со мной остается. Я имею такую вот Божью милость и чудо, то, что у меня есть возможность работать в этой церковной больнице и что-то делать в ней, что-то улучшать, что-то исправлять, помогать людям.